другой сегодня человек подошел, молодой, и говорит, я вот как-то, когда вижу таджиков на улице, я, говорит, как-то вот раздражаюсь, чувствую, что это нехорошо. Я говорю, а что ты раздражаешься? Ты должен брать с них пример, что эти молодые мужики не бросают своих жен, как делают русские, которые и алиментов-то не платят. Платят только 10%. И служба судебных приставов изощряется, чтобы еще такое придумать, чтобы заставить их кормить собственных детей. А эти едут за 3-9 земель, живут в каких-то вонючих подвалах, работают, их грабят, им часто не платят за заработанное, относятся как к собакам, и они отсылают деньги своим женам, матерям. Почему? Потому что они верующие люди. Потому что у них есть в сердце любовь, а не полное равнодушие и желание только для себя одного блага. Вот чего. Поэтому их не только не нужно на них раздражаться, а нужно их ставить на пьедестал и смотреть, как нужно относиться к собственным семьям по-христиански. Мы не знаем там, каких обычаев мусульманских, вот, но они поступают по-христиански.